что нет, гречка нет. Она чисто по данным, которые вот есть в Росстате, урожай гречки не намного меньше прошлогоднего. С учетом прошлогодних запасов, конечно, это чисто работа, ну, как скажем, тех, кто хочет дожиться на нашем населении. С левом, конечно, это произойти просто не может, потому что уже который год подряд мы имеем головку более 100 миллионов тонн. Мы крупнейшие экспортеры этой продукции, поэтому для населения, конечно, здесь продукции, значит, недостатка быть не может. Другой вопрос, вопрос ценовой. Это уже, как говорится, от крестьянина не зависит, потому что у крестьянина всегда, так сказать, остается небольшая доля того конечного продукта. И это больная проблема Российской Федерации, уже давнишней застарелой, потому что, ну, если грубовато сказать, то по большинству продуктов у нас торговые сети правят нами. Вот, а не крестьяне, не производители хлеба. Поэтому у нас нет четко зафиксированной доли от конечного продукта, доли сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кажется, мечтать об этом не вредно, но пока в натуре это не происходит. Но в целом, я считаю, что на этом рынке у нас все-таки достаточно благополучно. И хлеб, как и молоко, это два главных социальных продукта, за которыми департамент все-таки наблюдает, и правительство области, и российское правительство вынуждено с этим считаться. Поэтому два вида продукта, конечно, под большим контролем.